На самом деле, я хотел с тобой сегодня очень серьезно поговорить. Не знал, что такой разговор предстоит. Но у нас с тобой такие разные истории, и мы с тобой росли как будто в разных мирах. Да, я понимаю. Ужасный шум сегодня ночью разбудил жителей домов тихих московских переулков Милютинского и Сретенского. Это фанаты ЦСКА и Спартака выясняли, кто же из них круче. Массовое побоище спровоцировали армейцы. 70 болельщиков подготовили засаду заранее. У бара хардкор. Болельщики ЦСКА атаковали внезапно. Они были уверены в быстром... Лер, посмотри, что на улице творится. Страшно уже из дома выходить. А что там такого-то, мам? Ну посмотри, ребята, молодежь, ну что творят? Вроде ничего страшного. Я тебя прошу, только нам жениха такого домой не приведи. Мам, ты что, меня не знаешь? Ну куда мне такое-то? До сих пор не смог смыть свидетельство жестокой разборки двух давно враждующих фанатских группировок. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя не ко мне так. Ты просто подойди и ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да. Ведь ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Бурям клоун небо кроет, вихри снежные крутят. То, как зверя назовут, то заплачет, как дитя. И если ты найдешь во мне, останови это мучение. В тот миг, когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Падала луна. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя.